Четыре года подряд в областном центре проходит турнир, где звание лучшего получают те ребята, которые знают, кто формализовал язык химии, а кто изобрел динамит. Без труда могут рассказать состав лунного грунта и с легкостью написать химическую формулу перекиси водорода. Химический турнир, который проводится на базе 27-й средней школы, уже успел стать своеобразным брендом учреждения. Ведь внимание к конкурсу большое. Это своего рода уже традиционный турнир. Последние годы он весной постоянно проходит на базе 27-й школы. Ну, мероприятия, я считаю, что нужные, полезные, действенные. Ведь и учителю, и ученику хочется посмотреть, как они смотрятся на фоне других школ и гимназий. В этом году в турнире приняли участие 70 молодых людей из разных школ, гимназий и лицеев Ленинского района города. Задания конкурса разделены на 4 этапа, которые включают в себя блоки под названием «Ученые-химики», «Химия – точная наука», «Химия – медицина» и «Химия в быту». Скучать ребятам было некогда, времени на раздумья отводилось немного, и дух соперничества заряжал зал. В этом мероприятии принимают учащиеся 10 классов. Вот. Это самая активная и талантливая молодежь из всех школ и гимназий Ленинского района. Поэтому также присутствует на нашем мероприятии первый секретарь районного комитета БРСМ Сиваков Кирилл Вячеславович. Вот, он приготовил нашим победителям сладкие призы. Участники химического турнира – это в основном ребята, которые учатся в профильных классах. У них любовь и тяга к предмету возникла давно, а потому решать такие головоломки им было одно удовольствие. И у каждого участника были надежды на победу своей команды. Наш классный руководитель Елена Рамуальдовна, она преподает у нас химию и биологию. Мы учимся в химбио-классе. И так как мы занимаемся более углубленно этим предметом, нас выбрали, отобрали, вот кто по хорошим оценкам, кто хорошо знает химию. Мы готовились упорно, я надеюсь, что мы все знаем, мы все сможем, и наша школа будет лучшей. Я думаю, что это очень хороший опыт участия в таких играх. Я думаю, что у нас все получится, команда у нас сильная, и, ну... Ставим только на победу. Конечно, очень волнительно представлять и свой класс, и свою школу, но будем стараться. Несмотря на напряженную борьбу, по итогам интеллектуальной игры химический турнир первое место заняла команда гимназии номер 5. Ирина Левчук, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.